Здравствуйте, мои дорогие, и сейчас расскажу вам о моих пустых баночках. Косметики достаточно много, уходовой достаточно мало, так что вот так вот. Я тут недавно девчонкам хотела своим отдать некоторые продукты, ну и которые продукты не подошли им, я решила их выкинуть, потому что сама ими тоже не пользуюсь, поэтому они тоже тут будут в этих пустых баночках, в этом видео. Вот, ну и приступим. Значит, закончился вот такой вот бальзам-ополаскиватель «Объем и сила» от «Чистой линии» «Пшеница и лен». Мне очень нравится, как он пахнет, такой свежестью, каким-то летом. Боже мой, как хочу лето. Такой вот закончился. Мне нравятся эти кондиционеры от «Чистой линии». Они хорошо увлажняют. А что еще нужно от кондиционера? То есть 5 баллов за цену и качество. То есть вообще без вопросов. А дальше закончился вот такой вот кондиционер Organic Thai. Это мне прислали на обзор интернет-магазин «Морошка». Обзор я про него делала. Пахнет он, конечно, убийственно, но отдельный обзор посмотрите. Так что вот такой вот закончился. Не буду про него что-то больше рассказывать, потому что про него уже обзор сделан. Дальше закончился вот такой вот мой любимый Le Petit Marseillaise гель для душа. Он пахнет для меня Парижем. Я когда была в Париже, это было летом, я помню, как-то мы вышли утром рано, чтобы успеть везде все посмотреть. Наверное, часов 10 уже мы, ну, 9-10, ну, в общем, так рано мы шли, для меня это рано, да. Вот, и мы шли по улочкам, народу было крайне мало, было такое вот встающее, скажем так, солнце. И какой-то вот, не знаю, мне почему-то вот этот запах ассоциируется именно вот с этим моментом утреннего Парижа. Просто божественно, я обожаю его, именно вот этот. Помимо того, что он хорошо увлажняет, летом вообще он заменять может лично для меня какие-то увлажняющие средства, там лосьоны какие-то. Ну вот зимой, конечно, его одного недостаточно, потому что он такой легенький. Ну вот цветок апельсинового дерева, хотя бы попробуйте, я вас умоляю, он божественно пахнет. Так что вот закончился, надо купить новый. Дальше, в общем, не пользуюсь и, наверное, надо выкинуть, потому что у него хоть и срок ноябрь 2013 года, ну что он стоит, не понравился. Мне вот от такой марки Фруттини, это лосьон для тела, ну, в общем, я думаю, что выкидываю. Не понравился он мне. Дальше закончилась вот такая вот маска. Девочки, я ею как-то, она у меня лежала, я ею не особо пользовалась. Вернее, не то, что не особо пользовалась, еще не пользовалась. Она у меня давно лежала, уже, наверное, полгода, ждала своего момента. И тут у меня недавно высыпали какие-то покраснения, причем это не... Ну, наверное, может быть, от холода, от какого-то перепада температур, от шапки там. Ну, хотя у меня на лице шапки нет, конечно, но... Тем не менее, в общем, какая-то такие покраснения, не раздражение, а вот именно покраснение кожи, которые ничем не снять, не увлажнить, ни на что не реагируют. На эту маску они среагировали на ура. 2 дня я вечером мазалась ею, носила ее, наверное, где-то минут 20 на лице, она у меня засыхала. И красная вот, ну там, допустим, по 5-бальной шкале возьмем красное, да, вот красное пятно 5-бальное, оно становилось 2,5. То есть оно реально как-то снимает, я не знаю, ну вот алоэ, оно способствует вообще вот этим всем снятию раздражений, но вот, ну реально у меня слов нет, это очень крутая маска. Она именно вот такая гелеобразная, с такими частичками алоэ. Если кто пил сок из алоэ, вот там именно с таким вот, ну, само алоэ плавает, вот. И тут такие тоже измельченные алоэ, то есть наносите такое желе на лицо. Очень крутая маска, я обожаю вообще этой серии маски, но еще и вот корейские это маски. Ну, вот именно это просто, я не знаю, пойду, наверное, штуки 3 еще впрок куплю, потому что, ну, очень крутая вещь. Так что вот такая штука закончилась. Дальше закончился мой любимый Виши Нормадерм, про который тоже отдельное видео есть, отдельные рассказы есть, то есть о нем много дифирамбов я уже пела, против 5 несовершенств кожи, очень люблю этот крем, просто мой must have закончился, вот. Дальше закончился минеральный консилер MAC, ну в моих покупках вы, я думаю, увидите его. Почему-то я все сейчас нюхаю. Зачем я все это нюхаю, не знаю.
Вот, NW15, вот такой вот у него оттенок. Очень мне нравится, тоже о нем кучу дифирамбов пела. Это единственный, наверное, консилер, который мне подошел на 100%. То есть, несмотря, в общем, душу жабу и покупаю его опять. Очень крутой, очень люблю. Очень, скажем, сколько он у меня был, насколько мне его хватило. Мне его хватило 8 месяцев мне его хватило. Так что очень экономный. Дальше закончилась вот такая вот для кутикулы, удалитель кутикулы от Орли. Вы меня учите, я теперь наученная Орли. Ну, такая баночка у меня большая уже есть, поэтому, в общем, это лежало. Вот пришел срок о ней рассказать, что она закончилась. Это удалитель кутикулы, очень его люблю, это единственная вещь, о ней тоже много дифирамбов воспета. Единственная вещь, которая мне нормально удаляет кутикулу, она у меня очень такая прям жесткая. Вот, так что вот такая штука тоже закончилась. Дальше, ну и дальше то, что, в общем, вот еще закончился мой любимый от Max Factor. Консилер под глаза со светоотражающими частичками. Тоже единственная вещь, которая мне подошла. То есть вот они вдвоем, в таком тандеме, это мои must-have. Ну, ничего не могу сказать, супер вещь. Вот такая у нее тут щеточка, скажем так. Ну, не щеточка, она твердая. Ну, очень удобно и очень люблю его за его свойства. Вот, дальше закончилось. В моих покупках я думаю, что я уже к этому моменту выложу видео о моих покупках. Я рассказывала, что там купила я суперлайнер от L'Oréal, которым я постоянно пользуюсь, про который тоже миллион раз рассказывала во всех видео. И там я сказала, что вы увидите в пустых баночках, что с ним случилось. Да, с ним случилось следующее. Та-да-да! Та-да! То есть я не знаю, как это произошло, но к тому моменту, когда он стал таким, он уже закончился практически, но еще из него что-то можно было выскребсти, и я им пользовалась. Но, видимо, когда он кончается, он вот, ну, как бы вот тут налипает вот эта вся, как там, очищай, налипает вот эта вся подводка, и уже тяжело ее закрыть. Он у меня уже до конца не закрывался, и, видимо, в один прекрасный момент я просто его сунула и согнула щеточку, и он стал вот таким. Ну, не так печально, потому что он уже к тому моменту, говорю, закончился, поэтому... Ну, я когда вынула в одно прекрасное утро, хорошо, что у меня не одна подводка, слава богу, потому что я вынула такая и сижу, смотрю, думаю, боже мой, что с этим делать? И куда? Как? Зачем? Почему? В общем, вот такая вот замечательная у меня теперь закорючка, которая пойдет в помойку. Вот. Все, закрыла, выкидываю. Так, дальше выкидываю, закончилось. Ну, не то, что закончилось. Хотела сделать на него еще давно-давно обзор, когда я его только купила. Это Color Sensation от Maybelline фломастер для губ, который уже стал непонятного на конце цвета. Пользовалась я им где-то один раз, наверное. Он супер ядреный. И это самый светлый оттенок, который я, ну вот который у меня самый светлый, но он очень ядреный, с губ его не вывести, и с кожи его не вывести. Так что я сейчас вот себе просто гадость сделаю. Мне его будет выводиться полдня он у меня будет выводиться, отмачиваю руку в воде. Крайне ядреная, непонятная, ужасная вещь. Не покупайте, не разоряйтесь, хотя он не такой дорогой, но и, ну, не нужно вам это, поверьте, это крайне вообще фигня. Лучше купить тоже такой системы, ну не такой системы, этот вот с такой фетровой штучкой, а есть наподобие тоже помада, как бы тире-карандаш у Клиник. Но она именно мягенькая, то есть вот у них вообще божественные они. А вот эта вот фигня, это полная фигня. Вообще даже не задумывайтесь и не смотрите в ее сторону, гадость редкостная. Хотя, конечно, это вот лично мое мнение, всех так отговариваю. Может, кому-то понравилось, я очень рада за вас. Но для меня и, мне кажется, для большинства, вот как я отзывы о нем потом почитала, я поняла, что это, ну, просто фуфло, скажем так. Вот. Так, дальше...
не пользуюсь, и уже она такая отжила свое, люмине. И мне не понравилась ее система, которая и щеточка не понравилась, и все мне в ней не понравилось, поэтому нету смысла забарахливать вещи. Ой, ящики. Вот такая у нее щеточка, у нее система двух этапов, скажем так. Это первый был этап, сейчас второй. То есть она тут уже вся в продукте и совсем не очищенная. И, ну, в общем, ни о чем. Вот это Cold Color. Ой, Cold Color, вру. У меня кисточка в голове почему-то. Natural Code. Ну, в общем, не знаю. Мне она не подошла, выкидываю. Дальше тоже вот такую тушь выбрасываю, потому что уже все. Хотя я делала на нее обзор недавно, но у меня настолько так как-то быстро много туши появляется, что она по сравнению с ними уже блекнет и, в общем, совершенно ни о чем. Поэтому вот такая вот выкидываю, уже она совершенно можно подобрать гораздо лучше. Хотя есть люди, которым она нравится. Это, по-моему, самая вообще из первых тушей мейбеллинских Great Lash. Так что тоже такая отправляется в помойку. Ну, и у меня когда-то давно я пользовалась какими-то тональниками. Один из них был вот такой вот, Афинтон от Maybelline. Срок годности у него до какого числа, скажите мне. Мне даже интересно, почему я его выкидываю. Ну, выкидываю, потому что просто мне не понравился. SPF 19, и я тональниками не пользуюсь. Не знаю, как-то лежит. Ну, в общем, вот так вот он. Не знаю, я раньше, когда это очень-очень давно, я его покупала. Тем более, он очень рыжий для меня. Вот, когда я раньше не пользовалась еще консилерами под глаза, на все вот эти точки, я вот мазюкалась вот этой гадостью. Тем более не подходящей мне по цвету. Вот, поэтому я его выкидываю. Не могу ничего сказать, я уже забыла, что из него вообще, какая у него текстура, какие у него свойства, но... Ну, я не люблю тональники. Кто смотрит мой канал, те знают, я не пользуюсь тональниками. Ну, не люблю, не нравится, не хочу, не буду. Вот. Дальше выкидываю такие вот три лака для ногтей. Что тут еще есть? Ага. Так, три лака, которые уже закончились. Вот. Такие вот Гурмандиз, Леди Роуз и Платинум. Ну, Платинум не закончился, он просто настолько прозрачный, его в 50 слоев надо наносить, что бесполезно его даже держать у себя. Такие вот выкидываются. Так, дальше выкидываются вот такие тени от Гурмандиз, которыми я не пользуюсь, они уже ни о чем. Вот так вот, потому что появилось уже гигантское количество других теней. Так что вот такие тоже выкидываю. Попробуем его на тональник нанести. Вот так вот они выглядят, ну, не знаю, уже и срок годности у них закончился, и, ну, не надо, не нравится и не хочу. Ну, и последнее, дальше я вот выкидываю такой вот пробник, когда-то мне давно-давно доставшегося от Элизабет Арден тональника, Камео оттенок 24, я просто его нашла и решила вам показать, это очень-очень давно было и уже неправда. Какого-то непонятного рыжего цвета. Не знаю, зачем он мне вообще, как я уже не помню, как он мне достался, но он у меня вот-вот лежал, и все. Я поняла, что его надо выкинуть. Вот так вот он выглядит. Какой-то рыжий, непонятный. Не знаю, текстуры. В общем, выкидываю тоже. Вот, все. Пустые баночки закончились. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока-пока.